В другом резонансном деле точку ставить еще рано, но подозреваемые уже задержаны. Неделю назад в Улан-Удэ на улице Юнатов было найдено тело 26-летней девушки. По городу сразу же поползли слухи о новом орешковском маньяке. Сегодня стало известно, что по этому делу задержаны подростки 14 и 15 лет. В ходе следственных мероприятий следователям удалось получить доказательства их вины. По данным следствия, в ночь с 17 на 18 августа компания подростков из 4 человек распивала спиртные напитки на улице Юнатов в микрорайоне Орешково. От выпитого молодые люди опьянели. В этот момент они увидели идущую мимо них девушку. Один из подростков окрикнул и предложил познакомиться, но сразу же получил отказ. Девушка торопилась домой. Тогда подросток предложил остальным напасть и изнасиловать незнакомку. Один из приятелей согласился, а двое других остались в стороне. Обвиняемые догнали девушку, один из них подхватил с земли камень и нанес им удар по голове потерпевшей. Затем соучастники избили упавшую на землю жертву и оттащили ее в кусты. От ударов девушка потеряла сознание. После этого двое подростков по очереди изнасиловали ее, а затем задушили, похитили мобильный телефон и скрылись с места происшествия. Обвиняемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по предварительному сговору». Ведется следствие.